Приветик, я Софи. Итак, ребята, сегодня мы снимаем... Стоп, а где Юмичу? Может, она в туалете сидит? Киса, Алиса, ну вот ты вечно как скажешь. Может, она кушает? Миша, тебе лишь бы покушать. Кто бы говорил, Эйвен? Ты вчера сам съел 2 порции. Потому что мне нужна энергия, а Миша и так как булочка. Надеюсь, с корицей. А ты тогда кто? Хот-дог? Я... Ты? Я... Ты! Эй, может, мы лучше Юми найдем? Вот именно, хватит, Эйвен. Это я начал. И вообще ты хачапури. Юмичу, что ты тут делаешь? Тихо, у меня 24 часа челлендж в игре. Опять? Не опять, а снова. У меня тут такое. Ого, это же легенды дракономании. В которой мы в прошлый раз играли. Ну, Софи, что ты делаешь? Я случайно? Ничего себе, у тебя там уже целый мир. Как ярко и красочно, так красиво. Вот бы мне попасть в такое место. Не понял, Булка, тебе что, с нами плохо? Видели, сколько у меня уже островов открыто? Крутяк, дай посмотреть. Я сейчас покажу. Вот, видите, у меня тут очень много самых разных островов. А вон же наш первый остров, с которого мы начинали. Несколько фермочек, чтобы выращивать еду для дракончиков, жилище для них. Да у тебя уже тут места нет, и соседний остров весь заполнен. Вот именно! Поэтому мне и нужны еще. Я на них строю здания всякие, и сегодня хочу начать украшать свои новые острова. Вот этот вулканический, например, совсем пустой пока что. Ого, класс! А можно мы с тобой украсим? Ну, можете мне помочь, ладно. Я уже почти его прибрала, выдрала ненужные пни, сломала камни. Давайте еще уберем вот эту корягу. Хрустящее дерево. Теперь как-то пустовато стало. Сейчас все будет, погоди. Вот положим плиточку вот эту вот. Чики-пуки, шмуки-туки, волшебство. Вау, а может посадим кустарник какой-нибудь красивый? Вот тут есть вот такой круглый. Нет, давайте квадратный куст посадим. О, погоди, я хочу вот этот фонтан молодости. Может цветочек, а? Софи, тебе только почки да цветочки. Не нужны мне ничьи почки. Ну можно же разные сажать. Посади круглые вот там, а квадратики потом вот там. Не слушай, Химичу, поставь вон здание, вон ферму. Она будет давать еду драконам. И крутое жилище богов им куплю. Я уже хочу на дракончиков посмотреть. Да ща, погоди, Миш. Да, красивый, классный остров у нас получается. Теперь дракончикам здесь будет уютно, как нам у себя дома. Кстати, про дома. На нашем семейном канале Magic Family вместе с Аней тоже вышло новое видео. Между прочим, у нас там прям по дому новые питомцы ходят. Догадались, кто? Юми, ну хватит все рассказывать. Покажи лучше своих драконов, у тебя их уже столько. Ого. Да, уже много. И я постоянно выращиваю новых. Когда мы с вами первый раз играли, у меня в инкубатор помещалось только одно яичко. А теперь целых 4, видали? Ого, многояйцевый инкубатор. Ой, кажется, там уже кто-то готов вылупиться. Да, давай посмотрим, кто в яйцах. Показывай. Чуть позже мы и узнаем тайну, кто же вылупится в этих яичках. И поселим их на остров, который у меня как детский сад. А сейчас мне надо разобраться с букетом. С каким еще букетом? Погоди, а помнишь, мы создавали драконов нас? Мы уже совсем выросли, наверное. Их больше нет. Мамочки. Что, что с ними случилось? Они погибли в сражениях. Эйвен, драконы тут не могут умереть и исчезнуть. Да нет же, просто я в честь 8 марта вывела новых вас. Нас драконов, мы новые драконы. Ого, звучит круто. Я же говорю, я собираю в драконий букет. Че, букет? Ну, 8 марта это международный женский день, все делают букеты, ну. А Юми собирает драконий букет. А что это значит? Ну, я вывела таких драконов, потому что в честь праздника с 8 по 14 марта внутри игры много событий. И можно вывести целых 5 цветочных драконов. Смотрите, это дракон розовый цвет. Так что теперь это ты, Софи. Ох, я совсем еще малыш. Какой красивый, с листиками розовенький. Я обожаю розовый цвет. Ничего себе, у вас, Софи, свой остров даже. Так нечестно. Спокуха, у всех свои острова. Смотри, это ты, дракончик-лепесток. О, сиреневая, прям как я люблю. А ну-ка, Юми, накорми-ка меня так, чтобы я выросла. Посмотрим, как я буду выглядеть взрослой. О, давай, сейчас я тебя откормлю. Да уж, похоже, киса Алиса и правда поправилась. Да, карантин не проходит бесследно. А по-моему, милая, такая сладкая малышка. А я кто в букете? Ты дракон Ноктюрн, зелененький. Моя булочка с корицей. Ой, ничего себе, Эйвен, ты что, сентиментальный? Ой, все, а я тут где? Ты-то как вы с Мишей вместе, с ней и живешь. Ты дракон синий цвет. Вот это хвост у меня. Я крупнее Миши. Ну ты же мальчик. Стоп, ты сказала 5 драконов, а ты-то где? А вот я. Я дракон радуга. Радужный, правда. Погоди, Юмичу, раз в честь праздника с 8 по 14 марта такие крутые штуки, может можно еще что-нибудь в игре сделать или получить? Да, в эти дни все игроки, все получат подарки. VIP-билеты и дополнительное гнездовье для выведения драконов. VIP?
Это вау! И еще больше драконов можно будет выводить. И как ты тут еще не путаешься? Я же сама скрещиваю дракончиков в гнездолье. Вот выбираю, смотрю, что может из них получиться. Вот от драконов кипение и фаербол я могу получить вот столько разных яиц. И я их всех вывела. Капец! А другие? Ну вот, феечка, например, и дракон-рысь. Видишь, сколько из них разных драконов может получиться? А у меня таких еще нету. О, дракон-авокадо. И дракон-мед. Прикольно, и даже дракон-ведьма. Какие яйца у них крутые. Раньше у нас их было так мало, а теперь ты сама за всеми ухаживаешь? Да, ращу их, у меня много взрослых. Я их постоянно развиваю. Видите, тренирую, например. Ну да, им же нужно потом в сражениях с другими драконами участвовать. Это мне больше всех нравится. Потому что ты мальчик, Эйвен. Вот дракон Хека у меня такая крутая. Можно еще ее заколдовать. Раз, и уровень повысился. И давать драконам всякие возможности для боя, символы. Вот это прям по-настоящему круто. Ага, на этом острове у тебя уже все такие мудрые, сильные, взрослые драконы. Слушайте, да кто же там вылупился в инкубаторе? Так интересно, давайте раскроем тайну. Какие маленькие, миленькие дракошечки. Вот как выглядит дракон-ведьма, прикольно. Ща поселим ее в детский садик. Посмотрим, кто у нас следующий. Сейчас полупим по скорлупке, она сломается. О, дракон-облако, я давно о нем мечтала. А почему именно о нем? Наверное, потому что он очень прикольный. Нет, еще кое почему. Я поселю его в детский бассейн. И ура! Поздравьте меня! Я собрала коллекцию из 4 драконов. Вау! И тебе за это дали дракона павлина. Вы собрали всех нужных драконов, поздравляем! Прикольно? Так, облачко теперь в детском садике, в жилище воды. То есть этот остров, это детский сад. Да, но тут у меня, конечно, есть еще дракоши, которые подросли. И их бы пора уже переселить. Дети-переростки. Второгодки. Эй, ну, вообще-то да, я их кормила, тренировала и учила. И они подросли. Так а где школа-то наша? У меня на этом острове типа детский сад. И когда они подрастают, я переселяю жить их на другой остров. Карнавальный дракон? Ух ты, совсем малыш. Какой нарядный. По-моему, он хочет кушать. Миш, опять ты про еду. Ща, я его покормлю. Мои фермы работают, у меня полно еды. На, кушай, кушай, кушай. Ох, какой он миленький, когда ест. А покажи, кто еще есть в детском саду. Они все недавно вылупились. Это поднебесный дракон. Какой интересный. А мне вот этот нравится. Покажи, стальной. Он прям как я, сильный. Заметно по нему. Эйвен, вообще-то 8 марта это женский праздник. И вот этот вот дракончик принцесса не просто хорошенькая, она может быть тоже очень сильной. Эй, а где школа-то? Не школа, киса Алиса, а Академия драконов, смотри, вот она. А, я помню, мы там драконов обучали, точно. Вот еще с себя дракона радугу сделаю самой умной, потому что я самая умная. Да уж, не мечу. Ладно, ладно, все умные. Но как же их у тебя теперь много? Это же реально армия. Это еще не так уж и много. В игре их больше 500 видов. Я еще очень долго могу играть в игру. Это же так здорово, что игра не кончается быстро. Конечно, Мисс, ты только посмотри, как тут внутри полно всего. Видите, шар воздушный. А вон заброшенный корабль. И какие-то островки. Это что? Это все самые разные акции. В них можно участвовать. Можно постоянно получать какие-то награды. Выполнять ежедневные задания и всякие другие. Играть в другие мини-игры. Короче, тут ты точно не заскучаешь. Слушайте, ну давайте уже пойдем в портал и там сразимся с какими-нибудь драконами и победим их. Не, давайте это онлайн с другими игроками. Так же можно вроде? Можно. Да, вот тут, на арене. Сейчас найдем соперников. А вдруг мы не победим? А мы должны победить. Выбирай самых смелых, сильных и натренированных драконов. Ого, у нас серьезные противники. Главное в бою это меткость. Какие все красивые. Не только меткость, Софи, но и сила. Красота тут вообще ни при чем, Миш. Эйвен, ну ты и зануда. Слушай, если еще постоянно метко стрелять, потом можно всех гневом драконов уничтожить. Да, я знаю, сейчас я возьму и всех сразу побежду. Совсем чуть-чуть осталось. Вот это да. Ничего себе ты их уделала. На 3 звезды. Ура, мы победили. Ну так мы же мэджики. А вот бы наша армия была еще больше. И у нас было бы много-много друзей в игре. У меня вообще-то есть друзья. И мы друг другу помогаем, дарим подарки. И даже ходим друг к другу в гости, позырить на их дракончиков, все такое. Но хотелось бы еще больше. Чтобы армия мэджиков в легендах Дракономании была самая огромная. А нельзя как-то наших зрителей попросить прийти к нам и стать частью?
частью нашей команды. Точно, у нас же есть этот, код дружбы. Вы что, правда думаете, что они придут? Конечно, они же наши мэджики. Давайте ребятам оставим внизу под видео наш код дружбы. Скачивайте легенды Дракономании по ссылке в описании. Мы должны объединиться и помогать друг другу, да? Ура! Будем вместе играть и выращивать дракончиков. И ходить друг к другу в гости. Класс, увидимся в игре. И не забудь посмотреть наше новое видео на Magic Family.